Отделение лучевой терапии откроется в областном онкологическом диспансере. На это планируют потратить около 60 миллионов рублей. Сейчас все подготовительные работы завершены. В первых числах июня начнет работать аппарат для внутриполостной лучевой терапии. Помещение для него уже есть. Чуть позже планируют ввести в эксплуатацию аппарат дистанционно-лучевой терапии и начали монтаж оборудования линейного ускорителя. Все закупаемое оборудование поступает в рамках программы совершенствования помощи онкологическим больным. В целом финансирование центра составило более 500 миллионов рублей. Сейчас закуплено более 100 единиц оборудования. Кроме того, к концу года в Благовещенске построят отдельный хирургический корпус, в котором будет современное оборудование и отделение детской хирургии. Он рассчитан на 250 амурчан.